В ночь с 10 на 11 июня украинские военные произвели массированный обстрел Горловки, который продолжался с 11 часов ночи до 5 утра. Разрушения зафиксированы как в центральном районе города, так и на окраинах. Один снаряд попал прямо в крышу супербани в центрально-городском районе. Также падение снаряда зафиксировано возле 14 и 16 общеобразовательных школ по улице Кирова. В результате ночного обстрела Горловки украинскими силовиками повреждено 6 жилых частных домов на улицах Кирова 12, Чкалова 71, Герцена 29, 27, 44 и Галилея 17. По предварительным данным жертв нет, информация уточняется. Скажите, пожалуйста, а дом не пострадал? А? Дом. Дом пострадал? Стекла, смотрите, он стекла побили. А во сколько приблизительно ночью? Начали стрелять 1:30 и кончили аж 5:00 утра. Сколько сюда было прилетов? Прилетов тут было 3 сильных взрыва. Вот это место и... Второй мы знаем 100 метров отсюда. Да, 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 да. Ну, в школе, слава богу, что некоторые окна только пооткрывались, а стекла целы. Сейчас. Он тоже видит. Как это так было? На гербате.